Махавишну жагат карта майя я жасрижати адха тасшаватар ева айам аддвайта ачарья исфараха. Махавишну жагат карта майя я жасрижати адха тасшаватар ева айам аддвайта ачарья исфараха. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Гауди Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Анугати Хин, те, кто лишены Анугати, они подобны животным. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Джагадгуру сказал, что те, кто лишены анугати, они подобны животным. Они, нельзя сказать, что они настоящие люди. До последнего момента своей жизни и вот до последнего момента своей жизни, мы не должны иметь никакого негатива по отношению к Бхагавад-севе. До последнего момента нашей жизни мы должны иметь позитивное настроение по отношению к Бхагавад-севе. Шрила Прабхупад говорит, это единственный признак подлинной человечности. Это признак подлинной человечности, и иначе человечности нет, если такой человек не принимает решение служить Верховному Господу под руководством Адвайта Гасая Садашивы. Нельзя сказать, что такой человек подлинный человек. Мануш, на санскрите Бенгалия мы говорим мануш. Мануш значит, это слово исходит из ману, ману махараш. Хуш значит сознание. Если у человека нет сознания, то это сложно сказать, что он человек. Нельзя людей без сознания назвать людьми в полном смысле. И я говорил об одной шлоке из Чайтанья Чаритамриты. Надеюсь, вы помните. И вот эта шлока из Чайтанья Чаритамриты, мы ее цитируем часто, что этот весь материальный мир, он бессознателен, поскольку те, кто не понимают объект наивысшего сознания, парамачитанвасту, читание, то Шрила Прабхупад говорит, и вот Шрила Прабхупад говорит, что если какая-то гланд, вот из, как, здесь два гланда, гланды, и вот один из них, если перестанет работать и не будет кооперироваться со всем телом, то в этом случае тело не сможет как следует функционировать. Шрила Прабхупад говорит, что если какой-то из наших органов в теле перестанет работать, то наше тело не сможет функционировать как следует. И проблема в этом. И вот так же во всем этом творении,
если все люди, если они будут готовы совершать Бхагавад-севу, то никаких беспокойств не будет. А если нет, то всегда будут какие-то эти недостатки, поскольку люди не заинтересованы совершать Бхагавад-севу. Они совершают много обязанностей. Но если они Бхагавад-севу не совершают, в этом главная проблема, и все остальные проблемы случаются из-за этого. И та шлока, с которой начал, и вот та сиддханта, с которой я начал, что те, кто не имеют анугати, они подобны животным. И вот сегодня день явления Адвайта Гасая, Махавишну. Он не отличен от Махавишну. Поскольку для творения нам нужно две вещи. Первое – это нимитта каран, упадан каран. Для творения всего этого бесчисленного мира нам нужны какие-то составляющие. Составляющие вот от хити, вот эти пять первых элементов материальных. И также это пракрити. Это бахиранга шакти, внешняя энергия Верховного Господа, она по воле Бхагавана, она творит различные вселенные. А как это происходит, когда я говорил о том, как творение происходит? Достаточно давно я говорил об этом, но сейчас я все равно повторю, как творение происходит. И вот баланс гун материальной природы, он зовется пракрити. Если эта природа не находится в гармонии, то махатва возникает. Вот это нужно все понять, чтобы понять обязанности Адвайта Гасая по вдохновению Бхагавана, Кала Шакти, Махакал, по вдохновению Бхагавана, по влиянию Кала Шакти времени. Балансированное состояние майи, пракрити, оно выходит из этого равновесия. И вот, когда по желанию Бхагавана, по вдохновению этой Кала Шакти, это гармоничное состояние пракрити, сатвараджа тама гун, они нарушаются. И в этом случае словом, что это такое? Махататва значит возможность творения. И вот из сатвагуны какие-то викары возникают, полубоги и прочее.
из раджа-гуны, органы чувств и все остальное. Из тамагуны тоже все остальное творится. И вот и удивительно, когда нет творения, This Mahavishnu, by the desire of Mahavishnu, by the desire of Krishna, ultimately, Krishna is the Param Purus, Absolute Purus, whole creation coming out. Exhalation and inhalation. Exhalation coming out, and during that period, all Jagadandanathaha, all those who are getting some responsibility to execute their order. Delegation of authority, one word you can find in economics. Delegation of authority, в экономике есть такое понятие, как delegation of authority, this word if I use, is not bad. Because Gurudev going to give delegation of authority means Gurudev going to give order to somebody. By this delegation of authority, By this delegation of authority, chain-wise, all members, those who are responsible, they can execute their own responsible duty, their respective duties. That is called delegation of authority. So, delegation of authority given by Supreme Lord. Ну, в общем, такое уполномачивание кого-то для делания чего-либо, как Господь, Он уполномачивает полубогов заниматься творением, разрушением, поддержанием и всем остальным. И вот все полубоги, они исполняют свои обязанности в соответствии с наставлением Господа. У них нет права нарушать волю Верховного Господа. Что ветер дует из-за страха передо мной, и солнце светит также из-за страха передо мной. Продолжительность всего этого творения, оно до вдоха Вишну, когда он выдыхает, то все творение исходит из его тела, когда выдыхает, то все, соответственно, назад входит в него, все бесчисленные дживы и все остальное. That nitya eternally, but these are totally different. Other jivas I already discussed many times. So now they are going inside. Now our question is there. All the ingredients. И вот наш вопрос в том, что все компоненты этого творения, они откуда исходят? Because Mahavishnu not going to. Поскольку Махавишну он не. Associate with Maya directly. Не общается с Майей прямо. Mahavishnu never. Махавишну, он Турья Таттва. You know, он за пределами
человеческого понимания. Турья-васту. И вот Махавишну, он только своим взглядом, он смотрит на Майю, чтобы вложить семя в нее силу внутри чрева этой Майи. И тогда все творение, оно начинается. Но наш вопрос в том, что все в тонкой форме происходит, откуда составляющие этого творения происходят. Откуда составляющие? Вот в каждом... All ingredients coming from Mahavishnu. Now you can put question, infinity, universe, material universe, Maharaj, wasting all ingredients, where going? В общем, вопрос там, откуда оно все берется. All ingredients, where going? In Bhagavatam it is written, и вот в Бхагаватам говорится, like a Spider-Man. Как паук. Вы пауков видели? И вот эти пауки. Spider, they are actually going to take a tile, they are, you know, lala, tile it from mouth. They are creating one network. After the job is over, вот эти пауки плетут свою паутину, и когда они закончили, то они опять едят, поедают, пожирают свою паутину. So this example, и такой пример, он более-менее похож, поскольку Апатрита Васту, я не могу точных примеров привести, Шрила Бхактина такого говорит, что это невозможно. У нас есть материальный опыт, и мы как-то это сравниваем со своим материальным опытом. И вот сейчас суть в том, то, что в Бхагаватам говорится, вот такие слова говорятся, что изначальная причина всего — это Бхагаван. Я имею в виду вот все эти семь окончаний, семь падежей, кто, когда, откуда, где, как, зачем, почему. Все эти окончания. And this Mahavishnu jo is non-different from Mahavishnu, I mean Advaita Gosai, Sadashiva is non-different from Mahavishnu. И вот Sadashiva, он не отличен от Махавишну, и он все составляющие поставляет для творения этого материального мира. His dham is eternally present there, not like the Siddhartha you find in Kailas. Follow? Eternal dham is there. If you cut this bondage up and up, Devi Mahesh Dham Tesu Tesu Te Te Prabhava Nichaya Vihitastra Jena, is up and up, you can go on. One Jivatma, Krama Mukti, you know, gradual promotional. И где же его найти? About Gopakuma. История с Гопакумаром, она показывает постепенное развитие. Есть люди, которые могут сразу обрести освобождение. У кого-то есть какие-то желания, они постепенно так развиваются и достигают своего. И таким образом мы должны достичь Брахма-дхамы, потом еще выше. И там Брахма-джоти, сияние Брахмы, потом Вираджа. Вираджа – это граница между чит, апракрит-джагатом, то есть трансцендентным миром и материальным миром. Эта река, граница, она Вираджа зовется. На санскрите – ви,
Ви плюс раджа. Ви значит двигата, а раджа значит какая-то нечистота, скверна. Когда одна дживатма, она пересекает вираджу, она в этой реке, смывает всю оставшуюся скверну, никакой нечистоты не остается. И тогда эта душа входит в такое место, где есть брахма-джоти, сияние безличного брахмана, и оттуда нужно выше идти дальше. И там находится Садашивдама, Шивалока. И оттуда, если дальше пойдем, то это будет место Вайкунтхе. И таким образом, очень важная таттва, мы обсуждаем о особенности Ачарьятвы Адвайта Гасая. И вот суть в том, перед тем, как пришел Гауранга Махапрабху, это такая процедура была, что перед тем, как Господь является, Он посылает своих личных спутников сюда, как Рамачандра Бхагаван. Когда Он явился, Он прислал Дашаратху, Кайкею. И обычное правило в том, что перед тем, как приходит Бхагаван, приходят его вечные спутники. Они приходят сначала, они очищают, подготавливают место для явления самого Бхагавана. И потом Бхагаван является, и когда Бхагаван уходит, то следующее поколение спутников приходит, чтобы сохранить подлинное учение Бхагавана в его первозданной чистоте в этом материальном мире. Они поддерживают то, что принес Господь. И таким образом, вот первое первая группа спутников Махапрабху, первая группа спутников Господа, она подготавливает место для явления Бхагавана, а следующее после его ухода уже поддерживает все, и его, самое главное, его учение в его первозданной чистоте. И также, когда явился Махапрабху, то вот Панчататва, это главные спутники Господа, в них говорится, что все спутники Господа, они едины, но мы можем увидеть их в пяти формах. Бхагаван приходит, Верховный Господь, вместе с Ним. Jagati paratattva paramiho. It is the extreme limit of paratattva. И вот это Панчат. The extreme limit of paratattva is Bhagavan. Он на наивысшая степень парататтва. Это Бхагаван Нанданандан Кришна и Сачинандан Кришна, поскольку оба они. Both of them are extreme tattva. Они такая максимальная парататтва в своей высочайшей степени, и поэтому в Чайтанье Чайтамрите мы находим. Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Таттва, Нанда, Кришна Таттва, это Таттва в наивысшей степени, а потом все более низкое, чем она. Нитянанда Прабху, or in Krishna Lila we can say Balaji Maharaj, Mool Sankarsan, Mool, Mahanoy, Mahasankarsan after. Мул Санкаршан фаст.
Сначала идет мул санкаршана, вначале Бхагаван, после него Иша, значит Бхагаван, Иша Бхакта. Это преданные Бхагаван, те, кто с Ишварой, тот, кто сам Ишвара, и те, кто действует как преданные, как Адвайта Гаса и Иша Бхакта. Понимаете? На самом деле, потом Иша Шакти, Гададхар Госвами, Гададхар Госвами. И таким образом, вся татва, мы можем найти всю эту татву, всю эту панча-татву, и если все, все в одном лице, это Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И о Рамачандре мы можем найти также, что есть четыре татвы. И в случае с Рамачандрой тоже похожая система. И вот Шри Кришна Чайтанья вместе со всеми своими спутниками, вот как в этой шлоке, посвященной Панчататве, и там мы можем найти, что вся татва вместе — это Бхагава-татва. Бхагава-татва — это Адвайгьян-татва. Я много раз говорил, это Сиддханта из Бхагаватам. Адвайгьян-татву мы не можем разделить. Из Адвайгьян-татвы, если мы уберем Бхакти-татву, Пракаш-татву, то эта татва станет бесполезной. Адвайгьян-татва — это полная татва. И вот сейчас я хочу прославить Адвайта Гасая с самого начала, поскольку все время я обсуждаю о татве и как особо Адвайта Гасая служит Махапрабху, каким особым образом он служит ему. И об этом тоже хочу сказать. И вот Адвайта Гасая, он явился в том месте, которое сейчас Бангладеш, Силет. Сейчас отошло. Бангладеш — это территория. И вот почти все спутники Гауранги Махапрабху, они все родились в тех местах, Шрихате, Силете, Шрилете, и там место под названием Лаур. Это место очень важно, и там царь этого места, его зовут Дивья Симха. А отец Адвайта Гасая, Кувер Ачарья. И вот имя отца Адвайта Кувера Ачарья, он был великим пандитом. Он Сабха пандит, Радж пандит. Он помогал царю все время. И вот имя матери Лабхадеви, кто-то Набха говорит, но мы слышали, что Лабхадеви в авторитетных источниках, ее зовут Лабхадеви, и вот все они находятся в Лауре, но один за одним. Шесть сыновей и одна дочь, они родили их и померли, как Шачимата. И в то время они плакали, и вот они решили вот они совершали аскезу, молились лотосным стопам Бхагавана, чтобы обрести сына. И поэтому, по милости Бхагавана, они обрели сына. Но другое очень важное, то, что шесть сыновей и дочь ушли, и поэтому они взяли разрешение от царя, что мы сказали, что мы видели эту материальную жизнь, не хотим здесь жить, лучше уедем в Шантипур, идеальное место на берегу Ганги, мы хотим находиться там, пожалуйста, позволь нам. И вот они взяли разрешение у царя, и вот приехали в Шантипур, и
поселились там. Но царь был несчастлив. Он посылал послание Кувераачарье. Ты главный спутник, ты должен прийти сюда. Я чувствую себя нехорошо в одиночестве. Пожалуйста, приходи. И в итоге он вынужден был вернуться в Лаур. Кувераачарья, он должен был, он вернулся туда. И там перед царем он сказал: я был в Шантипуре, на берегу Ганги. Это очень прекрасное место, и там я нашел. Я думаю, что моя жена там забеременела и скоро родит сына. И царь говорит: несомненно, это очень хорошее место. Я думаю, твой сын будет очень могуществен. И тем временем, сегодня, то и сейчас это Маки Саптами, день явления Адвайта Гасая. И вот Адвайта Гасая явился в чреве матери здесь, в Шантипуре, и когда это Лабхадеви и Кувер, они вернулись, то там родился, но в другом месте, хотя был зачат здесь. И этот мальчик был очень могущественным, они были очень счастливы. И постепенно этот ребенок вырос из детства. Он чувствовал какие-то необычные вещи. И вот однажды он сказал, что я сегодня принимал омовение в том месте, где все тиртхи пришли. Но во сне это было. И Адвайта Гасай, будучи маленьким мальчиком, его звали Камалакша. Это Камалакша. И имя было дано ему великими пандитами. Они посчитали его гороскоп и увидели, что он не какой-то обычный человек, а имеет какие-то божественные качества. И тогда Адвайта Гасай, мать, и вот Адвайта Гасай пошел в место, холмистое место. All over the world, they are bound to come there in that Panatirtha physically. И вот он сделал там какую-то панатиртху, и по его призыву, по его просьбе, все тиртхи вынуждены были прийти туда, явиться в том месте. И сейчас тысячи людей каждый год в определенный день они принимают омовение в том месте. И вот он впоследствии, имеется в виду, потом он закончил свое образование, и он учился с сыном царя. Он был его одноклассником. И вот однажды этот сын царя пришел с Адвайта Гасаем Камалакши. Он хотел войти в этот в дворец, а снаружи дворца проводили пуджу Бхагавати Ма Кали. И эта Бхагавати, она была очень... И вот этот царь был Шакта, а Бхагавати Ма исполняла желание просящих. И вот он установил Девапатима, все поклонялись ему, и особо в день Амаваси, день Картика. Но однажды сын царя и он, они
вошли в храм, но сын царя поклонился этому Калима, но Адвайта Гасай не поклонился. И поэтому его друг разгневался, что начал ругать его, все, что тут оскорбил Деви. И в этом случае Камалакша ничего не ответил. Он крикнул, и с этим он издал такой звук, как подобный звуку молнии, что сын царя упал без сознания. Пришел доктор, посмотрел, что случилось. Ну и выяснил, что тот упал без сознания, доктор его проверял и видел, что почти помер. И царь узнал об этом и пошел молиться лотосным стопам Камалакши, почему бы тебе не вернуть моего сына к жизни? И Адвайта Гасай Камалакша спросил, принеси шалаграм Чаранамрита, Нарайана Чаранамрита. И вот он взял эту Чаранамриту, опрыскал этого мальчика, и тот ожил. И с того времени царь понял, что этот Камалакша, он необычен, но опять совершил ошибку. Во время дня Кали-пуджи, Амавасти, Картика, это Кали-пуджи происходит, и вот было великое собрание, все танцевали. И яги происходило и все прочее, и во время этой сабхи главные эти участники были отец Адвайта Гасая, Кувирачарья. Он был там также, и тем временем Камалакша тоже пришел. Посмотрел на Деви и не поклонился. В общем, пришел, посмотрел на Деви, не поклонился, сразу сел в собрание. И царь возмутился: «О, Браман, что с тобой случилось? Почему так много ложного эго в тебе? Почему ты не кланяешься? Ты знаешь, кто она? Это Кали, наша мать. Откуда ты пришел вообще такой необразованный?» И царь начал ругать Камалакшу. Камалакша, он также привел свидетельство из Писаний, почему он не кланяется ей. И они начали спорить. И вот они начали спорить, и после этого отец Кувирачарья от имени царя начал говорить своему сыну. Why not you pay Dandava? Why not you pay Dandava to плохого, почему вы не ты не клонишься Бхагавате? Отец говорит, он дает наставление своему сыну, почему ты не клонишься ей? И отец отвечает, Камалакша встал, поклонился Деви, и как только он ничего не поклонился, собрался кланяться, тут голос с небес появился, и Деви говорит, пока я тут была лично, Деви говорит, я была здесь, чтобы я пришла сюда, чтобы получить даршан Садашивы, моего мужа. Но сейчас, поскольку вы ругаете его, и он кланяется мне, я сейчас ухожу отсюда. И вот этот голос с небес все услышали, что случилось. И Деви сказала, с сегодняшнего дня вы меня здесь не найдете. Я была здесь ради того, чтобы получить даршан лотосных стоп Адвайта Гасая Камалакши, и сейчас я ухожу. И тем временем эта виграха рассыпалась, и Деви в форме света ушла. И на собрании
Все испугались, и царь начал плакать. И вот сейчас царь понял, что я совершил ошибку. Я совершил великую ошибку. Все, вся сабхана рассыпалась, никакой пути не получилось, поскольку Деви Вигахана рассыпалась, и жизнь ушла из нее. И все начали причитать, плакать, молиться этому Адвайта Гасаю, что все мое царство, оно погрузится в невежество. Адвайта, спаси меня. И вот Камалакша его как-то утешил, отец Камалакши тоже как-то утешил, и после этого Кувирачарья и Лабхадеви, они все знают, и они взяли разрешение у царя, что мы не будем здесь жить, поскольку Бхагавати ушла из твоего царства, я не хочу больше здесь жить, и ухожу. И тем временем, когда царь он держался их в своем царстве, и тем временем Камалакша без разрешения пришел в Шантипур. Никто не мог найти, где же этот Камалакша, и в итоге, после того, как он пришел в Шантипур, он послал сообщение, что я в Шантипуре для дальнейшего образования Калавьякарана. Калавьякаран Махапрабху, он изучал этот Калавьякаран, есть много разделов грамматики. Грамматика как бы одна, но различные системы. Калавьякаран, Панини Вьякаран. Панини Вьякаран, она исходит из Махешвар Сутра. И когда риши совершали аскезы, Махадев явился. И вот Махишас играл на своем барабане, и риши слышали этот звук по милости Махишвара, они осознали сутры, формулы, и из них создали этот Вьякаран. А Калавьякаран — это долгая отдельная история. Калавьякаран из Картика, из сына, она появилась благодаря сыну Дурги. Источники Вьякаран разные, а Харинамрита Вьякаран написано Джива Госвами Пады. И когда мы читаем Харинамрита Вьякаран, мы должны произносить имя Бхагавана. И когда мы изучаем Вьякаран, я знаю, кто-то грамматику лет 20 учит, день и ночь, санскритскую имеется в виду. Она достаточно сложна, и Джива Госвами Пад пишет очень просто, что если вы Харинамрита Вьякаран, то есть он очень просто эту сложную санскритскую грамматику представил, очень просто, и Джива Госвами Пад так спас нас, что и изучая грамматику по его книге, это не просто изучение, это еще связано с именами Верховного Господа. Все приводится в примерах имен Бхагавана. So this Kalabhyakaran is one kind of Bhyakaran is coming, originally coming, there's one long history, is coming from Kartik. Это Калавьякаран, она произошла из Картика, сына Дурги. Вот от него она пришла. И таким образом Адвайта Гасай изучил все чандан, ритмы, как писать. Чанда, ритм. Ануштуп чанда, you right now? Be different chanda there, like Prabhupada. Sujanar budhara adito padaju. This chanda, different kind of chanda. Different kind of chandas there. So all you have to learn, not so easy, wastage of time. То есть грамматика, она не так проста, как кажется. И вот Адвайта Гасай изучил все, и вот он пришел сюда для дальнейшего образования. И
Отец сказал ему, чтобы тот изучил четыре веды Риксам Яджурадхарва, и по желанию отца он решил изучать веды. Вот Шантачарья, он был великим пандитом в Пули. Пулия – это то место, где наш Харидас Такур совершал баджан. Там это пещера была, где змея пришла к нему. Она на берегу Ганги находилась. И вот там Харидас Такур совершал баджан. И в этом Пулии Шантачарья, великий Ачарья Вед, находился, как наш Шрила Прабхупад. Он изучал Веды из Притви Ачарьи. И так или иначе, по желанию отца, он в течение двух лет он закончил изучать Веды, Веданту и все остальное. Упанишады. И после этого все общество пандитов, они почувствовали, подумали, как это возможно за этот короткий срок. Этот мальчик все изучил, и сейчас он действует как ачарья, и они дали ему титул. Ведачарья. И что? И вот тем временем, когда отец узнал, что мой сын ушел в Шантипур, он не потерян. Сначала он думал, куда он пропал, а потом узнал, что тот в Шантипур ушел. И успокоился, что в Шантипуре для дальнейшего образования находится, и мы тоже пойдем навестим его. Они взяли позволение у царя, пришли в Шантипур. И вот они. Это место Баблари. То место как бы полностью Баблари называется. Но главное место, где Адвайта Гасай совершал баджан и где Нитянанда и Гора, они встретили Адвайта Гасая. Это место. И другой храм, он в доме Адвайта Гасая, чуть дальше. Но то место, если мы пересекем Гангу, то место, где Адвайта встретился с Горанга, это чуть-чуть в отдалении от Баблари находится. И вот и вот там отец, мать и все остальные находились там со своим сыном. И вскоре, в лет 90, Адвайта Гасай, он родился, когда его родители уже были достаточно пожилые. И вот когда Адвайта Гасай закончил свое образование, после того, как отец и мать ушли из этого мира, он чувствовал себя неудобно, решил совершить паломничество после ухода своих родителей. Вначале он пошел в Гаю, чтобы предложить пинду за своих родителей в Гая-дхаме. И оттуда различные места он посещал. Всю Индию обошел, Южную Индию, Айодхью, Месхилу и все остальные. И в итоге пришел во Вриндаван. В конце. И во Вриндаван-дхаме он чувствовал, как почувствовал какое-то экстатическое чувство. И однажды он отдыхал под баньяновым деревом. Адвайтават называется сейчас. Если вы пойдете получить даршан Санатана Гасая, где Кришна Бхагаван,
Он прыгнул на Калиюрад, это Двадашадитья Тила. Это имя места Двадашадитья Тила. И вот там храм Сурья Нарайана Бхагавана. И это то место, где Бхагаван, он отругал Калию и сел в том месте, был холодный сезон, и Бог Солнца в 12 формах он обогрел Бхагавана, совершил такое служение. Двадашадитья Тила называется. Тила на санскрите, Бенгали значит какое-то возвышение, холм какой-то. И вот там рядом Адвайтават. И где-то баньяновое дерево, Адвайтават, потому что ночью, когда Адвайта Гасай, он отдыхал, то в то время Мадан Гопал пришел, и Мадан Махан, и они дали наставление рядом с этим местом, под, где-то там под землей, там если откопать, то найдете мое прекрасное божество. И тогда Адвайта Гасай во сне, он увидел, проснулся, говорил с Враджаваси и сказал, что там божество зарыто, и вот они пошли, откопали прекрасного Мадана Махана, и там Адвайта Гасай. Это Нитья Виграха, ей установка не нужна была. И вот Адвайта Гасай начал служить ей, и в итоге Адвайта Гасай решил совершать Чурасикош Враджамандал Парикраму, и он и вот он служение дал какому-то вайшнава браману, сам сказал, что пошел совершать парикраму 84 крош Вриндавана с помощью одного преданного. Я думаю, вы знаете его, Сидха Кришнадас Бабаджи Махарадж. Есть несколько Сидха Кришнадас Бабаджи. Можно перепутать их. Я говорю о изначальном первом Кришнадас Бабаджи Махарадже, Сидха Кришнадас Бабаджи Махарадже, который был из Камьявана. Рядом с Бималакунды, там ашрам Сидха Кришнадас Бабы. Он получил даршан Кришна Баларама и всех его спутников. И вот однажды он совершал свой баджан. Своим баджан кутири Кришна Баларам. И вот пришли два мальчика, один светлый, другой темный, и этот Кришнадас Бабаджи Махарадж, он дал воду Кришне, у меня есть фотография, и Кришна Баларама, они пили эту воду, которую он им дал, это тот первый Сидха Кришнадас, потом рядом с Чакалешваром другой Сидха Кришнадас Бабаджи Махарадж, кто прыгнул в Манаси Гангу, находился там долгое время и потом вышел. Давно это было, то есть во времена Махапрабху или даже до того. И так или иначе, этот Чакалешвар Махадев, кто дал дикшу царю, рядом с Гопешваром один храм. И название этого храма также. Забыл, Махарадж, как точно называется, вспомнил, скажет. И вот сейчас он получил даршан, и после этого отдал обязанность этому браману, чтобы тот совершал там севу. И тем временем, когда Адвайта Гасай
отправился совершать парикраму, то Виграха пропала из того места, Виграхи не осталось. И вот этот Браман начал плакать, куда ж делась Синай, начали искать Адвайта Гасая, послать послание везде, что ваше божество Маданагапан пропало. Нет его с нами. Услышав это, Адвайта Гасай, он начал поститься, и вот он постился без еды и воды, и Бхагаван опять явился к нему во сне и сказал: «О, Адвайта, можешь найти меня в форме Маданагапала, я под цветком, поскольку какие-то мусульмане там нападали, я пропал, чтобы никто меня не задел. Я вот там под цветком сижу. Если ты придешь, я покажусь тебе». Адвайта Гасай вернулся и увидел действительно под цветком тот... Эта большая Виграха приняла маленькую форму и спряталась под цветком. И там с Пачу Гусай, это Виграха находится до сих пор. А изначально Мадан Махан Виграха в Кароли отправилась. И второе, Адвайта Гасай пришел с божеством Мадан Гапалом. Кто-то говорит: нет. Чоуби, одна семья из Мадхуры. Мадан Гапал пришел во сне и попросил божество, и там они совершают служение. Из этого семьи Чоуби с Санатан Гасами опять, когда он совершал Мадхукари, он просил Мадхукари, то там Мадан Гапал и сын Чоуби, они спорили. И вот Мадан Гопал и Чоуби, они спорили друг с другом. И Санатан Гасай посмотрел на него и сказал, что никогда не видел. Он настолько привлекателен, что случилось. И в итоге он узнал от жены Чоуби, что это Мадан Гопал. И каким образом жена Чоуби совершала служение, это за пределами человеческого понимания. Так много историй про нее. И вот Мадан Гапал однажды сказал ей, что я очень голоден, то ты тут моешься, зубы чистишь, голоден, давай корми. И мать сказала, это Матаджи сказала, как, что я могу сделать, а то говорит: нет, делай, быстро готовь. И мы услышали от Гурварги, что жена этого Чоуби, даже не, она проснувшись, еще не помывшись, не почистив зубы, начала готовить для этого Гопала по его просьбе. И вот другая история, что это Виграха не из Вриндавана, а какие-то люди утверждают, что это не так. И вот Адвайта Гасай опять во сне увидел изображение Мадан Гапала, которое было найдено в Нитхуване. И вот как Радхарани хотела, спросила, кто есть Кришна, Вишака нарисовала Кришну. В общем, из этого она как-то появилась, тут непонятно, чья версия правильная. И вот Мадана Гапал, если Мадана Махан явился, откуда Мадана Махана в Кароли появился тогда? Из Вриндавана Мадана Махан отправился в Кароли, Говинда в Джайпур. А Говинда и Гопинатх, они в Джайпур отправились. И наш Шринаджи Гопал, он отправился в Гуджарат, в Натхадвар. Все так разъехались. Такая лила, иначе почему Бхагаван будет бояться?
Но Бхагаван такой лилу боязни мусульман явил и так разъехался по различным местам. И вот тогда это Гасай пришел в Метхилу. Майтхил Деш Джанакпури, там, где явилась Сита Деви. И вот Майтхил — это место, где Джанак Махарадж был царем того места, Майтхилы. И Адвайта Гасай там встретился с Видьяпати Прабху. Чандидас Видьяпати. И вот этот Кави, этот поэт был там, Адвайта Гасай, встретился с ним и, вернувшись, когда он жил в Шантипуре, однажды наш Мадхавендра Пурипад опять пришел, и когда он совершал парикраму различных святых мест, Адвайта Гасай сначала встретился с Мадхавендра Пурипадой в Урупе вместе Мадвачари. И вот когда он совершал различные эти парикрамы, Адвайта Гасай встретился с Мадхавендра Пурипадой там в Урупе вместе Мадвачари. И там, когда парикрама закончилась, они вернулись сюда, в Шантипур, закончив все. То тогда однажды наш Мадхавендра Пурипад пришел сюда, в Шантипур, и находился в своей комнате. И не только это, а также он дал дикшу, поскольку благодаря его экстатическому чувству он был полон премы. Адвайта Гасай говорил, это гуру. Он Махавишну, но все же он явил такую лилу, он попросил, пожалуйста, приди. По желанию Бхагавана, дай мне дикшу. И Мадхавендра Пурипад вынужден был дать ему дикшу, Адвайта Гасая. И потом дал наставление, чтобы тот начал жизнь домохозяина, принял грехастхашрам. И вот Мадхавендра Пури, он дал такое наставление ему, никто не знает почему, какая причина этому. Чтобы он жил жизнью домохозяина. И по наставлению Мадхавендра Пурипада он вынужден был жениться на Нарисимха Бадури. Это был могущественный браман Шантипура. И сначала он женился на Сите, и потом браман сказал, что ты, твои признаки говорят, что ты Бхагаван, и поэтому что же делать с второй дочерью? Если я нашел такого великолепного жениха, как ты, то где же я найду второго? Поэтому бери вторую дочь. И вот Сита Деви и Шри, я до этого Гасая принял вторую жену. Это его Нитя Шакти. И свадьба это подобная лиле, как Рамачандри женился на Сити, Махапрабху на Лакшмипри, Вишнупри, все они вечные шакти. И после этого Адвайта Гасай, он женился и жил жизнью домохозяина. И тем временем случилось нечто, когда царь Бенгала и Харидас такого, когда поймали, и дали указание избить Харидас Такура, чтобы тот помер. И вот царь дал указание своим стражникам, охранникам, чтобы те избили его до смерти. И вот его били на 22 базарных площадях Шантипура. Точнее, Калне. Шантипур is just that side of the river is Шантипур. Follow. That side of the river is Шантипур. Та сторона реки Шантипура, а эта сторона Кална. Кална. Кална, you know? Амбика Кална. Амбика Кална. In Кална, и вот в Калне на 22 базарных площадях Харидас такого жестоко избили. И вот они били его, чтобы народ тоже не смел Харинам повторять, чтобы все боялись.
И вот после этого те, кто били Харидас Такура, они сказали, ты тут не помираешь, что ж с нами будет, царь жестоко накажет нас. Нам дали указание тебя побить до смерти. И Харидас сказал, о, правда, если я не умру, то это плохо будет для вас, хорошо, я помираю. И вот Харидас Такура, вот он впал в медитацию такую, и, чтобы помочь им, и вот сказал, вот смотрите, умираю, и взял и как бы умер. И эти мусульмане обрадовались, взяли Харидаса, кинули в Гангу, чтобы его течением снесло, поскольку мусульмане думают, что Ганга неблагоприятна, у них все наоборот. Все, что мы делаем, мусульмане делают все наоборот. Так, по Аюрведе надо начинать есть горькое сначала, а потом сладкое, они наоборот делают, как мы считаем, что Восток благоприятен, а в исламе что Запад. Ну, вот, в общем, все наоборот у них. И таким образом, когда они кинули Харидас Такура в Гангу, Харидас Такура плыл, и в итоге приплыл на другую сторону реки. И вот кто-то поймал его, когда тот проплывал, и увидели, что он живой. Адвайта Гасайя узнал об этом. Встретились они. Это долгая история. И с того времени Адвайта Гасайя, он каждый день кормил Харидас Такура, поскольку в то время было то место, Вишантипур, населен смартами. Никто, откуда Мадхукари и Бикшу получать. И вот когда Адвайта Гасайя пришел туда, там какие-то вайшнавы появились, а до этого были одни смарты и шакты. И Адвайта Гасайя каждый день кормил Харидас Такура, а тот повторял трилака Харинама на берегу Ганги. Однажды Харидас Такура, он выражал свою горесть, что почему ты кормишь меня каждый день, это нехорошо, люди будут критиковать тебя, я с мусульманской семьи происхожу, а ты кормишь меня, Харидас Такурск. А Адвайта Гасайя сказал, что то, что люди думают, это мое дело, не думай об этом, я все равно буду тебя кормить. И в итоге, когда Адвайта Гасайя, он организовал праздник, Шрадху, по поминке в честь своего отца, он пригласил так много брахманов, смарта брахманов, что делать надо, брахманов кормить. И вот Адвайта Гасайя организовал прасад там, но Харидас Такура. Ну и вот после того, как все кончилось, Адвайта Гасайя, он... Адвайта Гасайя решил отдать эту тарелку с прасадом Харидас Такуру, кто внешне происходит с мусульманской семьей, и все брахманы начали возмущаться. Что ты тут, как ачарья, действуешь ты? Что ты смеешь, какому-то мусульманину прасад первому отдаешь? Мы тут уходим, не будем, не потерпим такого оскорбления, и вот они все ушли. Адвайта Гасайя попросил, хорошо, если вы не можете принять прасад, по крайней мере, рис возьмите, овощи дал, сами приготовьте. Ну, сказал, хорошо, давай. И вот они взяли эти составляющие, рис дал, овощи,
И те браманы пошли в свое место, и никто не мог приготовить, поскольку день плохой был, был проливной дождь, сильный ветер, и огонь они не смогли разжечь. Но в то время еще огонь, спичек не было, просто огонь в чем-то хранили, в лампаде какой-то, но из-за дождя и ветра все, огня не было. И вот они потом пошли к Адвайта Гасаю, попросили прощения и начали есть холодный прасад, который остался. Ачарья, он не меняет свое крещение. И вот Харидас Такур говорит: ты не боишься социальной системы, они могут ругать нас. Почему? Вот как, например, люди возмущались, почему сначала Харидасу дали тарелку прасада, а после Шратхи, а не браманам. И вот Адвайта Гасай сказал, что я действую в соответствии с шастрами. Все, что я делаю, это в соответствии с наставлениями шастр, будьте уверены. Адвайта Гасай говорит, то, что я делаю, это согласно наставлениям шастр. И вот, если вы, ты примешь прасад первым, то это подобно кормлению десятков миллионов браманов. И даже больше, если ты примешь прасад, это, если я накормлю тебя, это лучше, чем накормить десятки миллионов браманов, поскольку ты чистый преданный. И в Бхагаватам говорится: поскольку они не совершают баджан Кришны, они смарта брахманы, Адвайта Гасай не боялся и сказал: не бойся, я делаю все в строгом соответствии с шастрами, я не изменю своего решения, поскольку люди могут что-то подумать обо мне, но все равно не изменю своего решения. И вот все в итоге узнали о такой ачарьятве Адвайта Гасая. И с тех пор однажды Харидас Такур и Адвайта Гасай, они и вот что-то случилось, и вот они узнали, что Махапрабху явился в Навадвипдхаме. И поэтому они обрадовались и плакали от радости. Шантипурья Адвайта Гасай долгое время поклонился Шалаграму на берегу Ганги. Он предлагал Туласи, Манджари, Шалаграму и гирлянды и молился, звал: «О Господь, эта ситуация такая во всем мире, ты должен явиться, пожалуйста, явись. Кроме тебя, кто может прийти и спасти?» И с таким хухункаром, таким зовом он призвал Гурангу Махапрабху в этот мир. В читании Бхагавате Махапрабху говорит, что по зову Адвайты я пришел в этот мир. Адвайта Гасай поклонялся Шалаграму долгое время водой Ганги и листами Туласи. В Гаутамия Тантре есть прекрасная шлока. Адвайта Гасай увидел ее. И вот Адвайта Гасай говорит: я увидел прекрасную шлоку. Там говорится, что если я буду предлагать Туласи Манджари и воду Ганги лотосным стопам Нарайны Бхагавана, то Бхагаван, он подумает, как же продать себя буквально этому преданному, который поклоняется ему Шалаграмом и листами Туласи. И or sit me with Ganga water and Tulsi Manjari.
И вот Адвайта Гасай начал поклоняться так, и тем временем Адвайта Гасай уже был в Шантипуре, а здесь в Навадвипдхаме Махапрабху уже явился. И тогда Адвайта Гасай послал Ситу Такурани в Чайтанья Чаритамриту, можно найти ее различными, со всеми этими подарками. Сита Такурани, она пришла, чтобы благословить новорожденного. Сита Такурани — это йога-майя. И вот она пришла в форме Сита Такурани, приехала на Паланкине, точнее, в Навадвипу, в Майпур, чтобы благословить этого маленького мальчика Гурангу в доме Джаганатха Мишры. И вот она принесла все свои подарки, благословила его. И вот Адвайта Гасай, он находился в Шантипуре. И здесь также жил. Есть дом у него, два дома. Адвайта Гасай первый сначала начал жить в Шантипуре. Он Садашив, Вишну Татва, он знает, что мой Господь явится в Майпуре. И вот он построил дом здесь. И Адвайта Гасай жил здесь и там. И так или иначе, это была единственная обязанность, все ачарьи должны знать о том, что Адвайта Гасай действует как ачарья и день и ночь. Он занят в том, чтобы спасти обычных людей. Он в Бхагават-сабхе он обсуждает Бхагаватам. Его главная обязанность — он организует Бхагават-катху все время. И те преданные, поскольку в Чайтанья Бхагавате говорится, социальная система в то время была очень плоха, Вридаван Дас Тхакур пишет. Вся ситуация общества была очень плоха, они были отвернувшиеся от Кришна Бхакти Смарты, и поэтому Адвайта Гасай начал открыл место Харикатхи, вот там, на этом собрании Адвайта Гасай читал Веданты, Веданту, Веду, Упанишад, Пуран все время. И он выражал, он горевал то, что вся ситуация в мире напротив Кришна Бхакти. В то время старший брат Махапрабху Вишварупа, он также участвовал в той Харикатхе. И вот в Харикатхе, старший брат Махапрабху Вишварупа, он не уходил от Адвайта Гасай, он находился все время вместе с ним. И Шачимата, она во время она посылала Гурангу Махапрабху, чтобы тот позвал его на обед. И вот она посылала его, чтобы Махапрабху пошел и позвал Вишварупа. И вот тот приходил, брал Вишварупу за одежду и говорил: да-да-да-да, брат, мать зовет тебя на обед, пойдем. И все смотрели на этого маленького мальчика, которого не хватает за одежду старшего брата. И вот Адвайта Гасай, он смотрел на него и понял, что он Верховный Господь, но все же он хотел проверить, он это или нет. И вот Адвайта Гасай поехал в Шантипур, и Шри Рам Пандит, брат Шивас Пандита, и вот он пришел, сказал, что того зовут, и этот явил форму Аштапрахара Нараяна Мурти Восьмирукова. И Адвайта Гасай был также очень удачлив увидеть Бхагавана. Адвайта Гасай ожидал что-то, Махапрабху спросил: чего ты хочешь? То, что ты хочешь, я уже исполнил. Нет, я хочу увидеть
эту лилу, эту форму, которую ты показал Арджуне, я тоже хочу увидеть ее. И тогда Махапрабху, он сел на сингхасану с шалаграмами и явил Ананта-рупу, вот, вселенскую форму. И вот Двайта Гасай смотрел на эту прекрасную форму Вишварупа. Чайтани Бхагавати это описывается, и после этого Махапрабху прославил Садашива Татву. Не однажды можно изучать Балья-лилу. Балья-лила Гуранги Махапрабху, там можно видеть, что Шива, есть был Шива Бхакта. Махапрабху прыгнул ему на спину, начал танцевать, и вот те шайвы Махапрабху. Он хотел выразить почтение таким образом Садашива Татве. Когда Махапрабху отправился в Варанаси, каждый день Махапрабху получал даршан в Варанаси. В Читамрите это описывается. И вот Махапрабху, он Садашива. В Рамешварам также можно видеть различные места паломничества. Там, где Махапрабху встречался с Шива Татвой, везде Шри Чайтанья Чаритамрита можно найти. Махапрабху обнимал, поливал водой это проявление Шива Татвы. Такова лила. В Чайтанья Чаритамрите говорится, когда Махапрабху отправился в Шри-Шайло, какая-то гора в Южной Индии, и там Брахман и его жена Шанкар Бхагаван и Парвати в фаниформе Брахмана и его жены жили. И они знали, что Махапрабху придет сюда когда-то. И вот он, Махапрабху, отправился в эту Шри-Шайлу. И там Парвати, Брахман и Брахмани, они приготовили что-то, накормили Махапрабху. Это Адвайта Гасай, Садашив. And Gauranga Mahaprabhu in sea soil, embracing each other and discussing about Krishna Tattva. It is written in Chaitanya Charitamrita. И вот они приняли прасад и говорили о Шива Татве, и таким образом Махапрабху всегда выражал почтение Шива Татве. Шива Татва, она. Во время Шиваратри я буду говорить о Шива Татве. Шива Татва, она очень запутана. Это Бхагавататва, и в то же самое время это связано с Жива Татвой, как это все возможно. Шива Татва, она очень запутана, очень возвышена. Даже Шива Татва, она гораздо выше, чем Брахма Татва. И вот как Шакти Татва мы обсуждали на Вайкунтха-даме, есть изначально Шакти Татва, и там внутренняя энергия Бхагавана, Йогамая Шакти, все лила Бхагавана, Рама-лила или Кришна-лила, все лилы Бхагавана, они организованы таким Йогамая. Все это Йогамая организовано, это Йогамая имеется в виду Сита Деви, она пришла в эту форме Садвайта Гасаем. И таким образом любая лила, Бхагаван совершает свою лилу, и в то время Адвайта Гасай. Как вы знаете, Параматалу, Параматалу. Мы знаем от нашей Гурваги, что Пурама это Махамая. Для таких посторонних людей. Но эта Деви может действовать как Йогамая для нас. Перед те, кто совершают Кришна Бхаджан, собираются совершать Хари Бхаджан, та же самая Деви, она является Йогамая Татву. А перед обычными людьми, которые не совершают Кришна Бхаджан, как Махамая. И вот Ичану рупам пи жасу ча чистоти са
И вот эта шлока применима к Махамае. Hello, sister Siddhi Pulaya Sadhana Sutrika Chayeva Jasso Bhavanidhu. Like shadow. Shadow of what? Shadow of that original Shakti. Shadow of that original Shakti. I mean, Jogmaster. Shadow. In this way, actually going on. This way Mahaprabhu appeared. И вот Махапрабху явился и дал даршан Адвайта Госаю в форме бесчисленной Брахманды. Так много сиддханты, и вот однажды один Дигвиджай Пандит, вы знаете его, тот, кто Кешав Кашмири, он хотел захватить весь мир с помощью Видьи. Это Дигвиджай Пандит. И также этот пандит пришел в Шантипур, где находился Адвайта Госвами. Он пришел к нему в дом и начал хотел переспорить Адвайта Госвами. Адвайта Госвами говорил татву, и тот тоже пытался его как-то переспорить. И вот они спорили. He conquered the whole world. Then after that, when и после этого, no solution, когда решения не нашли, голос небес раздался, ты с кем же ты споришь? И вот этот голос небес сказал, ты никогда не победишь его, он сам Садашива. Ты можешь спорить бесчисленное время, но никогда не победишь его. Этот пандит, он принял прибежище у лотосных стоп. Адвайта Госвами, пожалуйста, прости меня, дай мне дикшу. И вот он получил посвящение Адвайта Госвами. От Адвайта Госвами так много вещей я хочу обсудить, и особенно об Ачютананде. Гопали, я должен сказать что-то о них, поскольку обычные люди, они спорят. И вот однажды я в Шантипур, меня всегда приглашают, в этот год меня тоже приглашали, но я решил, что не успею, не смогу, поскольку это собрание там не очень подходит мне, поэтому если вижу подлинную потребность, тогда я посещаю такие места. Now one point actually of the и вот Адвайта Госвами. Нас Махапрабху всегда уважает Адвайта Госвами как Ачарью и Гуру. И вот Адвайта Госвами говорит, Махапрабху всегда уважает меня, я знаю, что он Верховный Господь, я хочу быть наказанным им. Он всегда выражает непочтение, берет пыль с моих лотосных стоп, я хочу наоборот все делать. И вот Адвайта Госвами, он сидел на своей Бхагават-сабхе и обсуждал Майавада-таттву. И вот чтобы Бхагаван разгневался, и вот он говорил об этой Майаваде, о йога-васиштхе, и Махапрабху разгневался. И а тот как раз и хотел, чтобы Махапрабху наказал его. И вот я хочу посмотреть, что Махапрабху сделает. И тем временем Махапрабху пришел. И Адвайта Госвами, он о йога-васиштхе говорил. Он взял Адвайту за волосы и начал убить его. Все, что тут несешь? Раньше ты говорил о бхакти, о превосходстве бхакти, а сейчас что несешь? И Ачютананда засмеялся.
и поклонился ему. И Сита Деви сказала: «Мой старый муж, если ты бить его будешь, он помрет, пожалуйста, спаси его». Сита Деви начала молить о пощаде. Адвайта Гасай тоже смеялся. А Ачютананда, он был ачарьей, хотя был в возрасте маленького мальчика. Он поклонился Махапрабху, он знал всю татву. И Махапрабху взял этого мальчика, он был полон, был в пыли. И Махапрабху сел в одном месте, остудился, и Адвайта Гасай начал смеяться: «Ох, сегодня я достиг успеха, ты наказал меня, ты мой господин, ты мой Бхагаван». И этот маленький мальчик поклонился, и пыль, и Махапрабху взял его на колени и сказал: «Ачарья, мой отец, смотри, он тоже твой отец, мы братья». И Махапрабху так сказал, что мы братья, поскольку Ачарья, Адвайта Ачарья, он наш отец. И Махапрабху таким образом пошутил. И всю жизнь Адвайта Гасай, он был, неважно, в Шантипуре или в Нилачале, Адвайта Гасай, где бы он ни был, он явил. И вот он являл свои лилы. Я хочу сказать об Ачютананде, Ачютананда, Гупал и Кришна. Кришнананда, они эти шесть. И вот они следовали, три сына следовали Адвайта Гасаю. Три не следовали. И поэтому в Сиддханту мы знаем, что они не могут считаться сыновьями Адвайты. И вот после того, как Адвайта Гасай ушел из этого материального мира, они начали следовать Смарта Рагунандана Ачарья. Когда Адвайта Гасай ушел из этого материального мира, все другие сыновья начали следовать Смарта Рагунандана Ачарья. Не вайшнавам, смартам так много, не всякой ереси писали. И вот люди могут сказать, что мы должны помнить эту сиддханту. Кто-то Махавишну и сыновья Махавишну, как могут быть непреданными? И мы должны ответить, мы должны понять, что в этом бесчисленном творении все исходит из Бхагавана. Хорошее или плохое. И вот эту шлоку из Чайтанья Чаритамриты я в дальнейшем обсужу, когда вы потеряете свое сознание. Если вы будете думать о материальном, то отклонитесь от Адвайян Таттвы. Один Таттва-вид Пуруш, если вы даже приведете его в дворец из золота и драгоценностей, то он смотрит на последствия на всего этого. Он не привязан ни к чему. И вот говорится в Чайтанья Чаритамрите, говорится: Дуайте бхадра бхадра шаб ману дхарма. Эй бхало, эй манга, эй ша брамо. All mistake. Is good, this bad, this good, this bad. Что если мы считаем что-то, а когда мы
утвердимся в Адвайгентатве, то будем видеть все связанным с Верховным Господом. Мы не должны терять времени, мы должны совершать баджан, мы можем обрести милость этого. Это Гасая, он Шива, он Садашива, даже перед Нитьянандой и до Нитьянанды и Гура. Адвайта Гасая, он Садашив, и вот Адвайта Гасая, он. Мы можем запросто обрести его милость. В Адвайта Аштаке это описывается. Омкара Гарджанади, this loka. There Advaita Gosai can bestow. И там Адвайта Гасая может даровать милость нам очень просто. Он Шива Татва, и хотя он Вишну Татва, и Шива Татва. Но все же, особенность Шива Татва в том, что он Ашутош, Ашутош. И имя Шива Ашутош, и какого значения это? Ашу значит очень быстро, а Тош – Сантош – удовлетворение. То есть его очень легко удовлетворить, а Ашутош, то быстро становится довольным. Капля, просто ему достаточно, каплю Ганги буквально. И Бхагаван доволен этим во время Шиваратри. И в Пуранах можно найти историю. Шива и Парвати, они были на этом на дереве Белы, один какой-то уродливый человек мимо проходил, и случайно точнее, этот страшный охотник сидел на дереве, как-то неаккуратно шевелился, а это дерево было, и вот этот лист упал на Шиву, и Шива был очень доволен этим. Но проблема в том, что люди Шивы просят много всего, очень надеются что-то получить. Как это справочное бюро относится к нему, что то надо, Шакуни надо, Врикасуры, то они Шиве поклоняются. И в итоге, когда Шива не пришел, не и вот этот, эти демоны, они совершали суровые аскезы, и в итоге Шива вынужден был прийти и исполнить их желание. Какое благословение ты хочешь? Я готов дать. Ты готов даже свое тело принести в жертву. Как я могу потерпеть? И вот это Шакуни Надана сказала: хорошо, благослови меня. И что ж ты хочешь, чтобы я, если помещаю руку на чью-либо голову, он бы помирал? А чего сказать? Что толку от этого? Какое благо ты получишь? Нет, давай это благословение. И вот, в общем, давай проси, что-то получше. Нет, нужно именно это. Ну, хорошо. Some nice benediction, then he's going to cut with chopper, he's going to cut head and go give into fire. Then Sip come and arrest him. Finally speaking this. When Sipji Maharaj is going to give benediction, then he is going to give the head on the Sip. И вот этот демон хотел проверить благословение Шивы на самом Шиве. И Шиве пришлось спасаться бегством. Actually that is not Sadasip. That side is actually Kailasim. Finally, Bhagavan in the form of Batuk Brahman, a small, very small height Brahman. Come. Hey, Sakuna, why are you running? Oh, no, I have no time to talk. Hey, stop, stay. I can help you. But he is running, you know, cheetah. But you know faster? Everyone, you know, he is cheetah. He is staying in Kimetrian gown, this, that. Who is going to obey him? It's quite natural. He blessed me. You know, this way when I'm going to test you, test him, he is flying. Actually, all his benediction useless.
В итоге там кого-то встретил, и тот надумал этого демона проверить благословение на себе. Сказал, что у тебя своя голова есть, вот проверяй его благословение на себе. И в итоге тот прикоснулся к своей голове, и она отлетела. И потом Бхагаван сказал Шиве, что ты даешь благословение таким демонам, бестолковым людям. Это все равно, что кормить змею молоком. Что толку? Он же убьет тебя. Actually, manifestation, it depends. Same Kasi Varanasi, if outside people go, you can express an ordinary Shiva. И вот в Каши Варанаси, если кто-то едет, то обычного Шиву видит, но Вайшнава видит его как Сада Шиву, как в Таракешваре, в Хугли, 80 километров отсюда. Я был там в малом возрасте даже. Есть у меня изображение его. Очень прекрасный образ. И вот Садашив, он необычный Шива. Когда Шрила Бхактивинода Тхакура отправился туда, Бхактивинода Тхакура, Таракешу, они сказали Адвайта Гасая, почему ты во Вриндаван отправился? Столько сложностей, это тоже Вриндаван. Пытайся проявить эту Навадвипу, Навадвипдаму. И тогда Бхактивинода Тхакура, он решил не ехать во Вриндаван. Но там по указанию Сада Шивы, Таракешвар Шивы, все знают, что он обычный Шива. Нет, он необычный, он Сада Шива. Сада Шив, его особенность то, что он Вишну Татва, но те, кто Шайва, они поклоняются ему неправильно. Но когда мы идем, мы поклоняемся молоком и всем остальным, даже я не... I personally, they don't allow me to offer bhoganasa. I say from outside I can. I break billa, wood apple, and put tulsi and so. From outside, I know if I am going to give to them, Bhagavan cannot take. Sadashiv cannot. Даже я сам предлагаю подношение Sadashiv. Sadashiv cannot take in their hand. Поскольку знаю, что с рук непреданных он не примет ничего. И вот мы должны понять Сада Шивататву, Махапрабху, он часто прославлял Сада Шивататву. Сегодня вот Махарадж статью написал, вот опубликуем ее. Почему люди спрашивают, почему Махарадж вот основал Шивалингу, устанавливает. Вот Махарадж, кстати, это все описал, и вот ее сегодня опубликуют. И вот таким образом мы должны принять прибежище в Адвайта Гасая. И также большой спор о нашей парампаре с теми сахаджами Нарада Кунди в Навадвипе и по желанию Гуру Варги я опубликовал книгу Мадхва Гауди Сампрадая. То, что есть парампара Мадхва Гауди Сампрадая, кто говорит, что у нас нет парампары. Эта книга была лет 15 назад опубликована, еще не переведена на английский. Но также нужно ее дополнить, и в этой книге я говорил о парампаре. Шрила Прабхупад в своей жизни написал одну статью. В Гаудии можно найти Амар Катха называется. Один из мои сокровенные слова. И вот в этой статье Шрила Прабхупад показывает нам о Гуру Парампаре и Бхагават Парампаре. И так или иначе, это мы можем найти, почему я говорю об этом. Так много запутанности. Finally, I was bound to prove that we are by the
И вот на основе письма, написанного Шрилы Прабхупады, можно найти, что мы из линии Адвайта Гасая. Кто-то говорит, что мы народом Паривар, но изначально, если вернуться, Гурудев Гаур-Кишор Бабы. И кто? Гранд, этот Гурудев Гаур-Кишор Бабы, если мы так вернемся назад, то увидим, что они сыновья Адвайта Гасая. Я покажу, как как-нибудь есть там преемственность. И таким образом мы находимся в наставнической преемственности Адвайта Гасая. И Рагунат Дас Гасай, он тоже Адвайта Гасай Гуру. Он получил дикшу от Ядунандана Ачарьи. Ядунандана Ачарьи. Он получил дикшу. И вот Рагунат Дас Гасай, он получил, и когда Харидас Такур отправился в Саптаграм, он слушал Харинам из уст Харидас Такур. И мы очень удачливы. Мы находимся в преемственности Адвайта Гасая. Мы должны быть очень осторожны и никогда не оскорблять Шивататву. Мы не должны оскорблять Шивататву относительно И вот в день Шиваратри я буду говорить о проклятии этого Бригу Махараджа. Оно применимо к Баба Вратадаре. Это те, кто думает о том, что Шива — Верховный Господь и наивысшая цель. Но мы знаем, что Бхагаван — Верховный Господь Кришна. И это проклятие к нам неприменимо. Бригумуни говорится об этом в Бхагаватам. Я могу показать свидетельство тех, кто Баба Врата Дари, для них есть такое проклятие. То есть те, кто считают Шиву Верховным Господом, но это не для нас. И вот в Хари Бхакти Виласе это подробно описывается. Я могу показать, как Санатан Госвами прославлял Шиваратри. И вот это обширная татва, Садашива татва, и мы будем молиться тому, кто призвал Горангу. Если бы не он, кто, как Махапрабху пришел бы без его зова? Adyadugasai invite. Now Adyadugasai writing one very nice, you know, poem. A short note, very whimsical. You can mean whimsical. What is the meaning you cannot understand? It's called Bengali Proheli. Proheli. I mean the writing, you cannot make up any money, meaning with your ordinary brain. Some writing, if you read, what is it? You cannot understand. Adyadugasai writing one note to Mahaprabhu, nobody could understand. Mahaprabhu reading and laughing. Everybody asking, what is written? Nobody can understand in Bengali. I can discuss this next. When Advaita Titi coming, Baulre koyo nabikai chaul. In market, rice, we cannot sell anymore. This kind of prayer. Some abnormal thing. We cannot understand. What do you mean? And nobody can understand. Mahaprabhu loving. Then everybody is saying, what is the meaning, inner meaning of this? What is the inner meaning of this? Then Mahaprabhu speaking, Advaita is great yogi. Ну, вообще, Махапрабху сказал о том, что Адвайта, он великий йоги Садашива. И Saraswati Puja, Durga Puja, they are doing going to Ganga. Throw, follow Durga, my key in Ganga. But our Bhagavan is not like that. Our eternal Bhagavan. Ну, в общем, смысл в том, что Адвайта Гасай, Садашива, он вечный Господь, а не такой временный, как
как им поклоняются люди, они делают мурти какой-нибудь кали-долги и после поклонения выкидывают в Гангу ее. Махавишну джагат карта мая я джо сриджати адаха тасаватар ивайам аддвайта ачарджи исвараха ванча калпадрусы кипасинда бхавича патитанан паванабхо вишнам бьодам. This Acharya title was given by Mahaprabhu. You are Acharya. All the time, 24 hours, the mood of Krishna Seva, Advaita Gosai. We learn from Advaita Gosai. So any question? No? No question, huh? I give answer.